Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Жанна. Вы смотрите видео-версию концерта по страницам любимых оперет, который на сцене киноконцертного зала «Панорама» представил Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова. Здравствуйте, Анатолий. Здравствуйте. Мы очень рады приветствовать ваш коллектив в нашем городе. Вы впервые? Да, коллектив наш впервые в вашем городе, прекрасном, солнечном. Сегодня такой день замечательный. Мы проехались, пока разворачивались к залу, немножко проехались по центру, очень красиво, замечательно. Скажите, пожалуйста, у вас такое сложное название вашего театра. Расскажите, что это за театр? Ну, это не театр, это такая капелла у нас, называется Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова. 25 лет назад мой отец Вадим Судаков организовал этот коллектив как академический камерный хор. Вот. Мы пели только классику, западноевропейскую, русскую духовную музыку. Но потом мы стали экспериментировать, наняли балетмейстера-постановщика, который стал работать с артистами, как с актерами. Вот. И у нас ряд программ, которые связаны со сценическим движением. Это одну из таких программ, посвященных 8 марта, мы привезли к вам в город. Но ваша капелла насчитывает на сегодняшний день более 200 произведений. Это основа этих произведений что? Ну, основа все-таки у нас классический репертуар. Это и оперная классика, и духовная музыка, и песни народов мира мы тоже исполняем очень много разных, и русских народных, и украинских. И у нас есть целая программа, так она называется, «Песни народов мира». Там и латиноамериканские ритмы, все присутствует, вся планета практически существует. Но сегодня на сцене киноконцертного зала «Панорама» вы представите программу по страницам любимых оперет. Да, конечно, потому что в преддверии такого праздника ничего не может быть лучше, чем именно западноевропейская оперета. Вот, правда, мы исполним еще пару произведений Дунаевского, нашего классика тоже песенного. Вот. Но ничего не может быть лучше опереты, потому что там все про любовь, все очень светло и радостно, и с большим позитивом. И прозвучат арии и инструментальные отрывки из «Летучей мыши». Сильно. Конечно. Ну, то есть вы решили по хитам пройтись. Да, мы даже привезли, у нас капелла не только состоит из музыкантов-вокалистов, но еще и у нас есть инструментальный ансамбль, где работают скрипачи, в общем, струнный состав. Вот, и мы их тоже к вам сегодня привезли. А скажите, пожалуйста, вот как вам удается конкурировать с другими театрами? Видите, есть театр опереты, есть много театров, которые вот узконаправленные, узкожанровые, скажем так. Да, ну, большой театр в понимании вот этого слова, как театр, да, он требует очень много вещей, своего помещения, да, множество декораций, реквизита, то есть это, в общем, крупные организации, да, а есть также и концертные организации, такие так, как хоры, да, вот мы имеем свою нишу, мы находимся где-то между театром и хором, то есть, поэтому мы всегда востребованы, потому что многие нас знают и знают, что если мы выступаем, то это не означает то, что мы выходим как хор, становимся на станки, берем папки и поем по нотам. Сегодня вся программа будет звучать полностью наизусть, вот, то есть со сценическим движением. Вот. На сегодняшний день у вас достаточно плотный гастрольный график. Вы гастролируете по России или за пределы страны? Ну, мы гастролируем не так часто, потому что вывести такой большой коллектив в наше время – это сложно. Вот, это транспортные расходы, да, проживание и так далее. Поэтому мы, в общем, гастролируем в ближние города, так скажем, которые находятся от Москвы, ну иногда, конечно, и далеко. Вот мы в Крым летали 2 раза уже после присоединения. Вот. А так вот к вам, Калуга, у нас такой добрые наши партнеры. Потом мы каждый год ездим в Кострому, и не только в Кострому, но и по всей Костромской области. Вот. Вот такие вот регионы Центральной России. И как вас встречают? Ну, вроде бы всегда, пока что всегда очень хорошо. А почему вот в Кострому такое предпочтение? Вы достаточно часто туда ездите?
Мы один раз выступили там в большом зале, это КВЦ «Губернский», и руководство этого зала придумало такой проект с гостями в гости. То есть они полностью берут на себя финансирование, и помимо того, что мы выступаем у них в этом большом зале, мы ездим по области в разные населенные пункты. Это могут быть даже деревни, где есть какой-то хоть ДК, хоть что-то стоит такое. То есть даже небольшая сцена, какой-нибудь филармонии, областной, это мы можем поехать и небольшим составом, и 14 человек вполне может провести большую программу. У меня внутри коллектива есть вокальный квартет, который помимо нашего репертуара, у них есть свой репертуар, поэтому они тоже могут отдельно ездить в какие-то... Слушайте, ну это очень здорово, если где-то в глубинке, в каком-нибудь ДК приезжают московские артисты, профессионалы и дают концерт. Да, вы не представляете, какой-то праздник для людей, которые уже, честно говоря, устали слушать наше, вот то, что нам предлагает телевидение, артистов, которые туда-то никогда не поедут. Это понятно, у них всегда должны быть большие залы, высокие гонорары, а вот в эти места именно очень редко попадают. Ну а потом и людям-то не выбраться порой, да, вот, чтобы послушать. Да. Вы понимаете, что вы делаете вот, настоящее благое дело, настоящий праздник? Для нас это очень важно. Вот. Бывают такие, например, ситуации, когда специально один поселок организует транспорт, чтобы привезти публику нам в то место, где мы выступаем. Вот, и они всегда нас ждут и всегда просят еще раз приехать. Вот. Ну вот Костромскую область мы всю практически уже проехали. А можно я вам пожелаю, чтобы вы не останавливались на Костромской области, а дальше продолжали вот так же, если, конечно, будет возможность. Понимаете, не все руководители вот на местах понимают, что это необходимо. То есть вот приехали, выступили, уехали. А надо думать, я думаю, не только о столице, да, вот, конечно, о центре. Да, конечно. Надо думать о регионах, потому что... Россия – это не только Москва, Санкт-Петербург. Конечно. Надо думать и о тех людях, которые живут, слава богу, еще живут в нашей глубинке, совсем глубинке. Слушайте, это замечательно. Это просто потрясающе. Я желаю вам только успехов. Спасибо.
прошу вас всех, пусть царит здесь смех, эта ночь дана для утех. Добрый вечер, уважаемые друзья. Мы рады приветствовать вас в этом прекрасном зале, в котором мы выступаем впервые. Вы, по всей вероятности, не впервые здесь уже, да? Местные. Очень приятно видеть вас в таком приятном расположении духа. У вас в гостях сегодня государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова, художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист России Анатолий Судаков. Он только что был у дирижерского пульта. Мы еще встретимся неоднократно на этом концерте. Если в двух словах говорить о нашем коллективе, если, может быть, кто-то не знаком с нами, то это академический коллектив, который исполняет не только классическую музыку, но и всевозможные обработки народных песен, эстрадную музыку, обработки классических произведений на эстрадный манер. Но сегодня мы привезли для вас классический репертуар. Это в основном будет оперетта, какие-то элементы из оперной классики, и сольные, и ансамблевые, и в исполнении всей капеллы. Итак, открыл нашу программу композиция, которая называется «Вальсы на прекрасном голубом Дунае» Иоганна Штрауса. А продолжает нашу программу солистка капеллы Ольга Дмитриева, Кальман, выходная ария Сильвы из оперетты «Сильва». Во все края, о, я песня моя, хей!
концертмейстер Алина Зинурова. Дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва». Благодарю вас, графиня, за честь, что вы оказали нам своим присутствием. Надеюсь, мы останемся друзьями, как и прежде. Конечно, князь, почему бы и нет? Сильва, а та ночь в Рите, это что же, сон? Да, это был всего лишь сон. Но это был самый прекрасный сон моей жизни. Вы вспоминаете его? Очень часто. Сильва! Вспоминала. Как забыть не те мгновенья нашу свадьбу там на сцене, где в любви мы поклялись. Вихры браво, я вас и в пестрой смене декораций нас поздравил мир кулис. День он безвозвратно прожит, был сказочно прекрасен он. Увы, вернуться он не может. Очарования, ни светлой радости, где вы? Остались лишь воспоминания, все прошло. Лишь нашел тебя я, и опять навек теряю в сердце у тебя другой. В сердце всем не хватит места, ждет тебя твоя невеста. К ней иди скорей, друг мой. Мною ты всегда играла, была душою холодна. Виновна в том, что все пропало, только ты, только ты. Упреки ваши не помогут, ушла от нас любви весна. Мечты они вернуться могут только в снах, лишь только в снах. Помнишь ли ты, Oh!
ли знать, что все обман? Сердцу больно, но смешон был наш роман. И довольно забавляла нас любовь. Но минутку не вернуть вновь эту шутку. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, все так ясно. Сильва! Тра-ля-ля-ля-ля-ля, что ж прекрасно. Сильва! Но сдаваться по судьбе слишком больно. Сколько прекрасной музыки, сколько мелодий очаровательных, как из рока изобилия, мы помним в музыке оперетты. Мы сегодня для вас привезли две композиции, которые объединили наиболее популярные, и те, которые на слуху, и те, которые мы с детства, может быть, даже до сих пор помним и напеваем. И предлагаем вашему вниманию по страницам любимых оперетт в обработке Агафонникова. На сцене капелла Москвы, инструментальный ансамбль, дирижирует Анатолий Судаков. Весна и далее.
светлый сладостный сон. О, моя Вера, я тобою пленен, волшебных чар красой блистает образ твой. Верни душе моей утраченный покой. О, моя Вера, взор твой глубже морей. О, моя Вера, счастье жизни моей. Ты как сиянье дня, ты вся полна огня. А ты не ты, судьба моя. Ой, 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 предстуша все бой. Где скрыто счастье, никто не знает. Оно звездою вдали блистает, сверкнет зорницы над нам мгновенье, словно призрак или видение, и нет его опять. Сердце свое отдать, хоть раз изведать вас любви без края, ярко вспыхнуть и сгорая. Счастье всей душою всё миновало, душа устала, в чужбине вяло влачил я дни. Ветер прибрежный, тот образ нежный в душе мятежной вновь ты верни. За все страдания я в ожидании, что час свидания нас станет вновь. А что за счастье чувство святое мне дорогое, моя любовь? Моя любовь.
жар сердечный ценят, там дружбе не изменят, там смех, там блеск огней, веселый круг друзей. И забываешь скуку, и на душе светлей. Там чувством нет преград, там честью дорожат, там женщины беспечны, зато чисто сердечны. Там смех, там блеск огней, веселый круг друзей. И забываешь скуку, и на душе счастье навсегда.
Ну, вспомнили, конечно, да? Мы слышали, вы подпевали здесь. Но, как известно, как говорят классики и очень умные люди, что предшественницей оперетты являлась русская классическая... Ну, кто-нибудь подскажет? Предшественницей оперетты, нам сказали, что здесь сидят одни музыканты, коллеги, является, конечно же, опера. И опера нам подарила никак не меньше прекрасных мелодий, мотивов и образов, которые мы тоже с вами, несмотря на то, что многие не являются классическими музыкантами, даже не любителями классической музыки, помним, любим, иногда даже напеваем. Мы не могли обойти эту тему стороной и привезли для вас еще одну композицию. Это тоже своего рода попурри на темы из опер Джузеппе Верди. Верди Дианов. По страницам теперь уже классических мелодий из его блистательных опер.
Начинаем второе отделение концерта Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова. Дунаевский. Лунный вальс из кинофильма «Цирк». Исполняет Татьяна Лоскутова, концертмейстер Алина Зеннурова. Дунаевский. Песня Маруси из оперетты «Дороги к счастью». Исполняет Дарья Дейнеко.
ночью свежей под ногами трава, и нежнее мальне, и певучие слова. Что же никто по траве не спешит, никто мне тех слов не шепчет. Теплый ветерок в листьях шелестит, Ирма Кальман, принцесса цирка, ария мистера Икс, исполняет солист капеллы Денис Дианов. Слушая скрипку, дамы в ложах вздохнут, скажут с улыбкой храбрый шут. Да я шут, я циркач, так что же, пусть меня так зовут вельможи, как они от меня далеки. Дадут руки. Смычок опущенный, мелодия напета, мой конь, как птица, по кругу мчится. Дождем душистым на манеж летят букеты, но номер кончен, и гаснет свет, и никого со мною рядом нет. Цветы роняют
лепестки на песок. Никто не знает, как мой путь одинок. Сквозь ночь и ветер мне пройти суждено. Нигде не светит мне родное окно. Устал я греться у чужого огна. Но где же сердце, что полюбит меня? Живу без ласки, боль свою затаю. Всегда быть в маске судьба. Наша встреча не случайна, и готов открыть я тайну. Взор твой, милый, встретит все, забыл на свете. Встретились мы здесь не случайно. Все сбылось, о чем мечталось, лишь одна мечта осталась. Век одной тропою мне идти с тобою, чтобы горе к сердцу не подкралось. Любовь, одна любовь в душе моей, я верю ей, иду за ней, одна любовь. Ты ее, я и ты, нет прекрасней мечты. Наши чувства так понятны и просты. Пусть нам светит тогда, пусть ведет нас всегда золотая путеводная звезда. Я и ты, нет прекрасней мечты. Наши чувства так понятны и просты. Лишь для нас цветут цветы. Мир полон красоты. И в мире только я. Прекрасней мечты. Наши чувства так понятны и просты. Пусть для нас цветут цветы. Мир полон красоты. И в мире только я. Илона Алексеева. Куплеты Адели из оперетты «Летучая мышь».
уже нежно на руке, и ножка в ажурном чулке, и волос шелковистый, и голос серебристый. У горничной какой найдется стан такой, у горничной какой найдется стан такой. Маркиз, вы вызвали у всех недоумение и смех. Виноваты, вот сами, и смеются все над вами. Виноваты, вот сами. Илона Алексеева, Владислав Пржебор. Лоу, моя прекрасная леди. Песенка Элизы. Исполняет Жарова Александра, детская школа искусств имени Мусоргского. Танцевать могу всю ночь.
танцевать могу, я танцевать могу до самого утра. Как будто два крыла природа мне дала, пришла моя пора. Не знаю я, что вдруг со мною стало. Тревоги все умчались прочь. Песенка «Дулитла», солист Назар Крахтяк.
свежий, как с грядки огурец. С неба глядя, пристей все гуляйте, но приведите сон, приведите сон, но сон его доставьте подлец. Назар Крахтяк. Штраус, вальс из оперетты «Летучая мышь». Ду und ду. Bruderlein, Bruderlein und Schwesterlein, alle, alle hier sein, steht mit mir ein. Bruderlein, Bruderlein und Schwesterlein, was das traut an uns schenken für die Ewigkeit, immer so wie heut. Wenn wir morgen auch dran denken, erst ein Kuss, dann ein Du-Du, Du-Du, immer zu. Erst ein Kuss, dann ein Du-Du, Brüderlein, Brüderlein, Schwesterlein, Brüderlein, Schwesterlein, 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 Schwester
Прошу занять свои места в хоре. В завершение нашего выступления, уважаемые друзья, мы допоем сейчас то, чего не допели в первом отделении нашего концерта. То есть еще немного оперетты. Спасибо. На этот раз попурри, который составил такой композитор московский Дианов. Это по страницам любимых оперетт Дианова. У нас она так называется. Дианов по страницам любимых оперетт. Предлагаем вашему вниманию. Маэстро, маэстро, музыка, у меня текст уже кончился. Thank you.
друг, весь наш брак — это трюк. Не жена, не жена, хоть мила и нежна. И за ней должен я целый день безотрадно бродить, как тень. Принимают нас так радушно и завидуют все кругом. Ну а мне от любви такой ужасно скучно, и я шепчу тайком. Хочу скрывать, чтобы вы опечалены такой находкой мне не могли сказать. Любовь такая, глупость большая, влюбленный всех решает разум. Часто увлекаться, но один лишь раз любить, ненадолго повстречаться, чтоб навеки не забыть. Клятвы не давал тебе я, ложное счастье ожидает нас. В жизни увлекаться часто можно, но любить один только. Много есть вокруг, чем я пленила вдруг. Ответ на это трудно дать, одно лишь я могу сказать, что много женщин есть на свете, но не в нашей власти, чья любовь сильней была. От костра внезапной страсти остается лишь зола. Медленный огонь сильнее греет, это мир давно постиг. Ну а тот, кто быстро пламенеет, тот охладевает. Полна тобой одной, а ты играешь мной. Поверь, пройдет твоя любовь, и ты другой повторишь вновь, что много женщин есть на свете, но одну дано вам встретить. Только в ней, лишь в ней одной, весь мир земной. Ты навек владеешь мною, лишь тебе.
женщин, ради женщин, мы готовы все забыть. Не любая нежным взором может сердце нам разбить. Ради женщин, ради женщин, ради милых женских глаз. Совершим эти ошибки, даже глупость это час. Но все они нас обожают, а быть может и не все. И все они верны бывают, а быть может и не все. Они верны нам до могилы, это верно, но не все. Они всегда нежны и милы, да, конечно, но не все. Они не лгут, всегда правдивы, да, и но, увы, не все. И любят нас, и не ревнивы, да, быть может, но не все. Но все мы их высоко ценим, безусловно, но не все. Скорей погибнем, чем изменим. Это правда, но не все. Изучить милых дам тяжкий трон, мы рабы там кризу причем. Изучить нелегко слово дам наших дам, 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 дам. Пусть белая языка и нежна, опускай скромно глаз и она. Пусть как уга черна и светла, как вода, все равно нам грозит беда. Государственная капелла Москвы имени Вадима Судакова. Хормейстеры. Мария Кравцова. Оксана Князева. Артем Павлов. Художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист России Анатолий Судаков. Мы благодарим вас за внимание, за теплый прием. С вами была капелла Москвы. До новых встреч! Никогда не знала, что сердце красавицы склонно к измене. Это Верди-музыка. Знаю хорошо и слова. Ой, чудесно. В общем, сегодня прекрасный день. Красиво поют, голоса необыкновенные. Просто очень красиво. Праздник. Да. Сильные голоса, красивые. Он доставляет большое удовольствие. Очень понравилось. Передочное, очень такое, как сказать, неожиданное смешение, когда было двое поют, я цыганский барон, те поют Монмартра. Интересные такие, оригинальные выступления. Очень понравилось. Такие голоса чистые, красивые. Прям вот удовольствие получаем. Очень понравилось. Особенно микс опера. Есть очень приличные голоса с очень приятным тембром. Ну и вообще так,
на довольно-таки высоте хорошей все исполнено. Часто посещаем музыкальные спектакли, потому что музыку любим и знаем. Но радует профессионализм исполнения и прекрасная акустика в зале. Да, и интересный репертуар, вот это попурри из оперы, особенно удалось из оперы Верди, замечательно. Все впечатлило, все хорошо. С самого начала понравилось все, что было, потому что многое-многое очень узнаваемое. Я вижу, что наша публика старается подпеть, и я даже немножко была недовольна, потому что рядом со мной сидела учительница, которая активно пела. В общем, наша публика, она, конечно, очень развита в этом отношении. И то, что все мы любим оперетту, это очень однозначно. Это чувствуется. Такой прием замечательный. Так что все замечательно. Тем более, это такой праздник. Очень удобные места, удобные сиденья. Очень хорошо, что вот так все друг другу не мешают, свободно. Очень понравилось. Мы не первый раз здесь уже, поэтому очень нравится. И концерт прекрасный. Такие артисты все, такие все замечательные, стройные, красивые. Очень красиво. Пение понравилось, это очень сильно впечатляет, вот как да, они голоса, все, они голоса у них вообще, вот это очень здорово, вот это мне понравилось.